Что тебе надо? Кто ты? Раб республики. Рабство — подлое ремесло. Что тебе надо? Сеньор, я честный человек. По твоей физиономии легко ошибиться. Зачем пришел? Сеньор, я не бандит. Вы граф Лаванья. Даже слепцы в Генуе узнают его по звуку шагов. А что тебе надо от графа? Будьте настороже, Лаванья. Не сомневайся. На вас охотятся. Вижу. Остерегайтесь. Горя. Друг. Неужто я в тебе ошибся? Этого человека я и в самом деле боюсь. Бегите от него. Ваше имя стоит в черном списке. Не торопись, дружок, спокойно. Поговори. Разве так работают? От кого получил деньги? Ну? Твоей дурацкой башки не хватит, чтобы самому выбрать меня в жертву. Тут нужен политик. Говори, кто заплатил тебе. Вы можете обзывать меня скотиной, но дураком никогда. Ну и гордый, даже ты скотина. Говори, тварь, кто заплатил тебе? В конце до концов, ни одному же мне оставаться в дураках. Кто мне заплатил? И всего лишь жалкую сотню цехинов. Хотите узнать? Принц Джанеттино. Сто цехинов? За голову Фиеско? Подумать только. Всего 100 цехинов? Стыдись. Наследник генуэзского трона. На, держи 1000, мерзавец. И передай своему хозяину, что он дешевый убийца. Ну, что замер? Сеньор, я их не заработал. Безмозглая скотина. Ты заработал виселицу. Вы так добры, сеньор. Уж во всяком случае не к тебе. Учти, твоя неудача для меня знамение свыше, поэтому я милостив. Теперь я уверен, что меня ждут великие свершения.